Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики канала Женя Дрожа. Привет, народ. Скиф. Привет всем. И пират, он же Иван Микарет. Всем привет. И я, Вульферин, да. И мы с вами продолжаем играть в Террарию, и у нас нападают пираты, пираты нападают. Пират позвал своих бро, говорит, меня обижают эти сопартийцы. Саник. Защитите. Саник, дай мне, пожалуйста, клык. Но не на клык, а клык. Я под тобою. Так, а давайте какую-то позицию займем, а то нас сейчас размотают. О, мои шарики. Это мои шарики? И шарики размотают, все размотают. У кого-то есть Ты мне дал клыки, нет? Пираты и Фромс, что, с севера идут, короче, или откуда они там? Виталь, ты дал эти? С запада, с востока. У меня все, у меня залагало все. Ясно. Пошли, пиратушки. А я лагаю, мне норм. Не знаю, я стреляю куда-то. Я тоже залагало. Да, я стою возле тебя. Где? Так, дай, пожалуйста. 123 урона. Ужас. Что? Виталий, дай, пожалуйста. Женя, я выкинул тебе внизу они. Вон они. В доме. В доме? Где в доме? Вон они лежат у меня в комнате. А где твоя комната? Наверху. А, вижу. Твою мать, что это такое вообще творится? Пират, где делается этот посох? Да я вспомню. Пират. Ёб, птица! На этом, на верстаке или на наковальне. Ты технично повис, там же лучницы. Ау. Я не знаю. Молодец. Я не знаю, что у них там происходит, но у меня совсем ничего не происходит. 700 хп у пирата, ребят. 700 хп. 700? Это нормальный пират. Ну да, у пауков. Есть еще, кстати, нашествие гоблинов хардмодное. А? Ребят, о, надо там куча. Оно куча там магов, это вообще жесть. А что у нас попугай делает в доме? Попугает. Живет. Наверное. Один, два, три. 4, 5, 6, так, 7. Девка, мы на 3. Девушка, успокойся, понимаешь, как не тупая, ну пожалуйста, 5, 6, 7. Я-то здесь при чем? Это что ты там вызываешь? Пират, строитель, пошли воевать. Чё, кто воюет? У меня вообще все только что разлагало. Ой, капитан пришел, ребят. О, это больно. Пират, капитан. Это плохо. Слушай, это бабы эти ржут, что ли, или чё? А, нет, это... Да, там кто-то ржет, я слышу. Капитал, 6000 хп! Ну это типа босика вот небольшого. Она, да, так, тут еще сейчас корабль прилетит, я не ошибаюсь, если... Это да. В конце. Че ты спойлеришь? Спойлерюга! О, тут детали выпали. А че? Золотые эти. Во-во-во-во-во. Купола! Золотые купола душу мою радуют. Мочи пирата. Мочи пирата. Мочи пирата. Слушай, пират, а ты не можешь с ними договориться? Слышь, братья там. Ребята, у меня лост коннектед. Это как этот кодекс пирата. Договорился бы с ними, и все было бы замечательно. Киев! А, воу-воу! Запусти сервак. Все запущено. Да, я к тебе почему-то подключиться не могу. У меня лост коннекшн только что был. Я резко перезапусти... все разлагало. О, все, у меня тоже залагало. У меня разлагало, это... наоборот. Виталя ломится. Не впускайте ее, глупцы, не впускайте его, глупцы. Я ломлюсь, ребята, я ломлюсь. У меня все залагало. О, у меня и золотая кровать, зато и золотой. Блин, а этот паучок, он хорошая вещь дамажит, не по-детски так. Я вот сделал себе этот посох паучка. 18 плюс дамажит, да? Да. Ну и у меня вот этот ножик дамажит по 10, блин. У меня криты по 54 выскакивают с этого. О, это мы этого пирата большого валим. Вы никого не валите. У меня скиф стоит на моем корабле тупо и ничего не делает. Я почти пирата убил. За 6000 штук, которые... Я тебе помогаю, мои пчелы помогают. О, ты возле меня появился сейчас. У меня тебя не было только что. Я уж полчаса стою. Я пошел дальше строить, потому что... Мне нечего делать с ними там. Но я чувствую, мы всю серию будем отбиваться, потому что мы 17% отбились. Ребят, мне выпалось 18 голды с ночью, чувака. А ну, какая голда? Взяла голдовая. Попугай! Попугай проник в дом! Он еще не, он еще даже не в доме, успокойся. Он вылетел просто в дверь.
Выйди вон отсюда. А, твою мать. Он опять пришел, этот чувак пришел, ребят. Нехороший. Твою мать. Кого-то убили. Ну кого-то, кого-то. Меня убили, прикинь. У меня в доме пират, нет. Он сейчас украдет. Попугай, попугай! Он вообще-то с вами живет. Попугай. Попугай. Где мы летучие мыши? Еще летит попугай. Гай Юли Попу. Гай Юли Попу? Что? Что? Есть попугай, да? Это Гай Юли Попу. Нихера себе! От тебя что-то одна башка и осталась, Виталий. Вот это прилетело. Вот это ребят. Давайте, ребят, сейчас я буду это очень эпичную музыку играть на арфе. Давайте мой. Давай, заряжай. Как этот Mad Max смотрел, когда тут на гитаре хреначил. Давайте, пацаны, вперед. Иду-ка я. Только тут круто играл, да. Что там происходит? Да мы так всего лишь отбиваем волны пиратов. Пират. Ну че. Я понимаю, тебе религия не позволяет, пиратская, против своих же. Ауч! О, я одного убил. Я одного! А ты смешной! Я капитана бью, точнее мои эти. Твои эти паучки. Кто в меня стрельнул чем? Виталия, хороший голос бабница на кровати. Стрелы. Они довольно нормально. Попугай убийца! Нет! Закройте дверь, я не хочу умирать. Я тебя спасу, Скип. Да ну вас нахер. Отличный спасатель. Малибу. Двери закрыл шикарно. Я боюсь попугая. Я вот этого больше не больше знаю, но у меня вообще все не так, как у вас. Алло. Ты зайди в террарию. Ребят, я могу пожирать миров вызвать, слышите? Вызывай, да, вызывай. Почему бы и нет? Да, ну уж так скучно. У меня вопрос. Ну. По два попугая, боже, у меня попугая фобия, я ухожу. Что творится? Жесть какой-то. Чёрт, а чё же будет, когда корабль прилетит? Ой-ой-ой. А чё, я умер? 35%. Там стрелой стрельнули. Просто очень хорошо тебе было, вот ты умер. Блин, такие лаги, что я играть не могу. Понимаешь, можно умереть от того, что ты чихаешь, поверь мне. А можно умереть от лагов. Да, а некоторые умирают в лагах. Напишут на могилке, умер в лагах. Просто. Да. Большой был пинг. Был большой пинг, да. А да. У меня все сделают мои паучки, мне только остается стоять. Дайте мне 4 слитка миприлова. Миприла, пожалуйста. Иди к наковальне. Бомжа печенье. Меня чем-то убило. Наковальне иду. Огненной стрелой. Я сейчас себе броню хотя бы. Черт, попугай! 41% за 4, попугай. Ребят. Просто. 11 голды просрали, ребят. Сейчас, подожди, пират. Откройте мне дверь кто-нибудь, пожалуйста. А, во. Пароль, да, пароль. Где пират? Где? Попугай! Ноу! Дай 4 слитка, пожалуйста. Вот он, я около тебя стою. Я выкинул их, но я тебя не вижу просто, но я их выкинул. Это, видимо, у меня уже лагает, либо у тебя. Скорее всего, у меня. Черт, опять попугай, ноу! Ноу, гад, блин! О, спасибо, пират, спасибо, благодарочка. Убейте попугаев! Нет, я так, свои слитки отдал. Спасибо. Хотя бы у кого-то теперь будет. Ёбаный попугай. Нет, не справился. Женя, неплохой из тебя защитник от попугаев. Ты что-то сейчас нехорошее сказал или не показал? Грёбаный попугай. А, мне показалось немножко другое. Ну, ушки чистим динамитом. Динамитом что? Ушки чистим. Надо чистить динамитом. Эй! Божественно. Блин, а далеко эта фигнюшка мне достает? Где этот козел? Где эти козлы? Тебе это не поможет, Виталь. Разматывать буду.
Все, уходим. А где вы есть вообще? Держаться нету больше сил, о нет. Оу, воу, воу, воу. О, попугай сниза. Какой он зараза. Он прямо из зада вылетел просто. Это кто такой? Попугай. Это что за херня там красная? Где? Вон. Это пауки пиратовские. Господи, я думаю, что за говно там? Они не говно. А, нет! О, боже, корабль! Я на такое не подписывался. Бейте его, бейте! Не трожьте его, не обязательно убивать. Убивай! Можно просто на рот положить. Да убивайте корабль, нафиг. О, 12 голды с пирата выпало. Меня убили. Ладно, Виталий уговорил, сейчас пойду размотаю корабль. Сейчас, подожди, да. Размотало куплю, чтобы разматывать. Смешно. А ты смешной. Ну так, Петросян, 8 сезонов. От корки до корки. Брал уроки, небось, да? Ну, я там пушку одну почти снес ему. Уже снес. Как иначе? Опустилась на пол шестого пушечка у него, я смотрю. Ой. Ой, пират, спи. О, отступаем, надо... Попугай, я не подписывался, бежать. Да ёкарный бабай. А он какой-то маджахет, попугай маджахет, он меня влип и сдох. Он залипательный. Ааа, попугай это зло, я их ненавижу. Чёрт, чё за тварь сзади, ааа. Они в доме, ребята. Боже, они со всех сторон. Боже, пират в доме. Пират. Мак, пусти в кокон. Капитан, пират. Надо его убить. Иначе он нас... Мак, пусти, братюня. Он нам пушить яйца даст, ребят. Я его убью сейчас. Я уж пытаюсь. Не знаю, как вы, я с магом живу. Сейчас его мои пауки зажив. Я вижу только одного, по крайней мере, паука. Давай. Чёрт, я слишком всё, отважный. Он умер, не? Нет, у меня живой еще. 2000 хп у него, я его убью сейчас. Я его убил. Корабль почти убили. Кто тут? Давайте добьем корабль. Так, ну у меня лагает, ребят. Так, пушка последняя осталась. Не знаю, я в какую-то луплю, не какая знаю. Какая пушка? Что они делают? Я только ставлю золото себе в сундук, и все, что я делаю. Шикарно. Ну просто... Нафиг. О, Жека умер. Воу, лагает. Не успел убежать. А, fuck you. Еще тут прикольные вещички выпадают. Да, золотые. Бей их! Бей! 10 голды! Еще голды! Корабль с другой стороны, ребят, причалил! Причалил? Ты швартовался? Да. Ду. Разматывать его, ребят, разматывать. Только дверь не открывайте, сверху там идите, стреляйте. О, нифига мне выпала шапка, походу, этого. А с ним что, пираты десантируются, что ли? Ну, а ты как думал? Ого, я уже 67 голдына собирал. Ефати, калаврати. Давайте разматываем этого козла. А где он? Две пушки есть, две пушки с другой стороны, с моей. А, с твоей? Окей, я иду туда. Сейчас. Там есть золото. Ауч! За 111 хп. О, матросы на моем корабле, матросы. Эй, куда вы попрыгали? Ну хоть не трусы. Чуваки за бортом. О, нифига, он глюченый такой, да? Одна пушка. Потому что мы, блин, его тут уже бьем, хрен знает сколько. Кто такой, фирм, чё, вибрейшн? А кто дверь закрыл? Ребят, какая-то не вибрейшн. Открывай дверь, пират, только. Ребят, сейчас вибрейшн пойдет. Ребят, босс сейчас. Кто пойдет? Босс. Какой еще босс? Вообще-то... этот. Мне дали ачивку. Мне тоже. Walk the plant. Worm.
Сейчас вот этот червяк придет, ребят. Кормоновский. А ты меня спрашиваешь? У него и спросишь, как придет. Да. 25 голды. Офигеть. Вообще мажор. Э, я всю голду набрал. У меня уже почти платину. У меня флаг, смотри, какой пират есть. И... Где? Тут люди уже давно с крыльями за одну платину бегают, он на платину собирает. У меня нет, уже он... есть крылья за платину. У меня нету платины. И есть еще одна платина. Почти. А, мажор, что ли? Где флаг? Какой флаг? Ну, он я повесил себе в комнате, нет? Нет, видишь? У меня еще не повесил. Сейчас повесится. Сейчас повесится. Понятно, понятно. Так, у нас NPC вообще перевелись, да? Да что? Есть такой дил. Так, а что-то звук нехороший. Да, я говорю, червяк сейчас придет, ребят. О, нет, дестройер. Привет, братюня. Он уже пришел? И я тебя рад. Он оплошел. О, да. У меня нет еще, у меня пираты до сих пор прыгают. У меня тоже. Сейчас, подождите. Я уже... Сейчас. О, вот и дестройер. А вот и дестро. Где? На платформу идите, ребят. Оу! А у него сколько хп? 315 тысяч! Чё так мало? Вы чё раздеваетесь, Офиг. Ребята? Куда фигня вопрос? Убить? Наверное. Чё-то я тут передумал. 315 тысяч! Карл! Чё вот они был... меня бьют? Был бы у тебя лук, который сверху тупо стреляет вниз, вот он жестко дамажит. Тогда, да. О, он развалил, он, у меня развалился дестройлер, ребят. Он просто исчез. Да не, он, да. Не, мы победили, я он просто от смеха уздох, просто от того, какие мы пиздец ватные. Так, Скиф, давай пошли фармить души, я не знаю, эти чертовы. Пойдем. И тут такие пробегают. Вообще лучше всего пирату фармить. А куда мы? Я просто бегу искать струны. Ну пошли, где души фармить, я не знаю, где они. Ну надо святой биом или в какой-нибудь. Ну пошли, вон там фармить. Святой есть. Там пошли, в той стороне. Где сюда. Всякие вот эти вот розовые летучие мыши, ну, и вот все сюда. Прочее. А, надо, значит, под землю в святом биоме. Ну пошли тогда. Ну не обязательно под землю. А, обязательно они только под землей падают. Вроде, или нет, или не. Да, да, они только под землей падают. Не с вами идти? Ну давай. А, о, потому о, что о, у меня о. Такие глюки, что я только через несколько часов понимаю, где вы. Мне тоже, так что можешь спокойно. А о, вот биом. Смотри, не переходить на сервер. Давайте к пирату перейдем, все дружно. Че, тут копаем или что? Давайте копаем, ну. А, фу, ну можем тут зарыться, к примеру. А где вы? Жень, там зомби тебя бьет. Меня не бьет песок. Никто. Ёп, стыть! Что? Меня убили. Я тоже. Меня лагает. Я так не могу работать. Я тоже. Вот прошлой первой серии было все нормально, а сейчас это просто пипец. Ну сейчас была еще обнова какая-то, которая все улучшила. Якобы. Ну да, нет, только улучшила. У меня русификатор не встает даже. Не встает. Печально, когда не встает. Нет, с мужиками это бывает иногда. Ну кто о чем? Я о русификаторе. Ну типично, да. Фак. Фак. Фак, Факович. Похилься. Фак, я спел, Скиф. Буккейс. Ты зачем разобрал? Там сейчас кто-то сверху упадет, а, и все, и привет. Понял. Я думал, это просто лагнуло и не разобрали. Не это. Мы не разобрали. Я жестоко лагаю. Очень жестоко лагаю. Я теперь понял, как у вас лагает. Кто ничего не делает вокруг, а вы думаете, лагает. Я специально так, чтобы это... Чтоб на бошку не упали. Что? Это что такое? Там нет. А мы неправильно ищем. Надо просто уже найти на карте биом, где есть, и все, и. А я пойду строить. Куда-то. Знаете, что можно делать с такими лагами? Строить. Правильно. Все. Больше не. А куда мы роем, Скиф? Я не знаю, куда мы роем. Ну давай где? Вот убивать их, не?
А зачем? Я вообще да вижу. Вон сердце я вижу. Я вот иду за ним. Оу, щит, мазафака, бич. Червя где-то. Хоть два бича, о. Хоть два, хоть три бича. Все бичи. Твою мать. Бичи, так, а почему ты его не спрашиваешь, зачем? Ты избавь. Так, надо... О, тебе... червь, ты достоин червь. Только этого вопроса. На, это вообще другой биом. Нам нужен святой биом. Oh, где-то есть святые земли. Так вот мы были в святых землях, лоу. Ну, под землей. Ну, под землей, в святых землях. Так, телепортируемся. Куда? Домой. А чё у меня там? Инвентарь забит, я хотел продать. А НПСов нет, ё-моё. А нет, есть один вон выживший. Последний из магикян. Магикян. О, блин, что-то рядом я построил два кружочка. Два кружочка. Так, что-то ему продать бы надо. Что это он тут продает? О, точно, я же еще хотел... А, кстати, мне нужна бетономешалка, у кого есть? Бетономешалка! Зачем? Мешает на стройке есть. Что? Где ее брать-то? Почему на улице она валяются монетки? Она продается у кого-то, нафига она? То что? Нафига тебе бетономешалка? Чтобы делать? Последний из киватян. Буквы из камня. Ну хрена тебе. Камни делать? Ну хрена тебе они. Чтоб... Написать пират. Обозначить комнаты. Чтобы на заборах писать? Да. Ну надо, все. Какая разница? Нет. Я на заборе написал, три веселых буквы написал. Зацените мой причесон. Хорош там писать на заборах. И чё там такого? А потом забор я оба... Тихо! Там тав три погоды, ты бежишь, и там ничего не развивается? Волосы под мышками развиваются. Под мышками. Короче. У вас прям... Скиф, мы идем или где? О, разлагало. Я не знаю, я сверчка ловлю. Пошли вниз, ну, пойдем. Что ли вам этого вызвать? Механического червя? Какой низ, Скиф? Ну тот, который справа. Ну тот, что внизу, справа, сбоку, слева, прямо, прям туда-туда. А, который сбоку не нагибаясь через трубочку? Ну да, можно о, и так. О боже мой, какие вы пошлые. Постойте, а где я? Там где не мы. Я с вами. Вы еще падаете? Биом. Пресвятой биом. В смысле, я уже в нем. Где ты в нем? В биоме, в этом. Правда, только я роюсь. Как? В нормальную комнату, в большую. Мы все еще в аду. Скиф, мы в аду. Ну, все правильно. Ну, хоть не в заду, Жень. Я не думаю, что я это... Я не знаю, я не помню, где тут святой биом. Ёпсель, мопсель, вы чё? Как вы не помните, где святой биом? Я вот сейчас в нем нахожусь. Где ты там? Нет, это пират. Тут святой вот. Биом. Тут святой биом, вот я в нем нахожусь, роюсь. Я тебя не вижу, ты в красной тиме? Да. 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 Но все равно не вижу. Песок вот. Ау, ау, ау. Ребят, вы сейчас завалите. Мне редкий дар не видеть. Почему всех ездили все телепортации? Кроме меня. Ты не избранный. А, вот вы где. У меня уже все залагало. Я не знаю. У меня тоже. Я просто сам копаю. Это потому, что у вас есть зелье, а телепортации у меня нет. Это потому, что ты избранный. Ни хрена я через песок прошел. Посмотрите на мои волосы. Да. Где? Зацените мой причесон. Чё за скрытая реклама там пошла? Head and shoulders. Посмотрите на волосы пираты и на свои, на волосы пираты и на свои. Да, 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 он на коне. Ребят, вас там скорпион дрючит. Меня дрючит.
Меня ничего не... Чё, Mortal Kombat, а где Sub-Zero? Тут, я тут. Да. Он меня немножко отскорпионил. Совсем чуть-чуть. Когда да, уже разлагает? Так долго жду, жду. А ты не жди. Блин, да что за фигня? Так, пошел я рыбу ловить, короче, внезапно. What the fuck? Где вы? Чтобы вы сделать себе зелье. Блин, тут червяк, убей его. What the... What the fuck is that? Так, чё, у кого там такой шум? А чё шум? Это за комната? Смотри, какой шум. А чё это враз за комнату? Слушай, мне интересно даже. А чё это за комната? Куда я попал? Это я в ней был. Какая красивая. Что такое, воздух забыл? Да, я про него забыл, ребят. Видели мою эту? Да видели мы твой причесон. Ну, видишь? Маджахет, хочешь типа? Себе такой? Нет. Маджахет или продаю. Что? Продаю. Нет, я сказал уже. Sailor Hat называется. Да не нужен он мне! Ни хрена себе тут черви! Как не нужен? Он тебе очень сильно нужен, я знаю. Чё, Жень? Получил? Да, чуть-чуть. Хорошо получил, Супер Джимми червячок. Он отжарит твой пучок. Знаете, что это? Это новые скин это. О, я нашел сердечко. Обжарит твой пучок? Что, Жень? Отжарит. Отжарит на самые помидоры. Это, короче, эти. Нифига тут змея. Бывает. У вас прям какой-то экшен, а я тут поймал старый ботинок и рыбу бесполезно. Старый ботинок сопротивлялся, пока ты его ловил? Вари суп давай из старого ботинка. Он так сопротивлялся. Он такой, давай. У меня управление местами попуталось. Потому что тебя оглушили или что-то типа того. Там есть проклятие, которое накладывает. Вот, два ботинка старых. Еее. А это верный признак того, что пора заканчивать. Да, я об этом подумал. Да, ребята, будем заканчивать, да. Да. Заканчивай. А кто начинал? Огромное спасибо за то, что вы сегодня были с нами. С вами был Евгений Рожа, хотел сказать. Рожа. Евгений Рожа. Евгений Рожа. Виталий Лицо. Скиф Нога. И пират Фейспалм. Он же не всех представил, да, ребят, всем пока. Бай-бай. Пока. Покедово.